Вы думаете, я просто так здесь мою пол? А нет. Параллельно я провожу сеанс интенсивного ухода за руками. А как это сделать, я сейчас вам расскажу. Учитывая то, что в наше нелегкое время, когда мы моем руки значительно чаще, по 20 секунд пропев про себя дважды Happy Birthday, когда мы пользуемся спиртовыми гелями и другими антисептическими средствами, кожа рук страдает более всего и катастрофично быстро теряет влагу. Поэтому интенсивный уход за руками, который мы можем осуществить как раз тогда, когда мы занимаемся домашней работой, очень нам нужен. Что мы можем сделать? Естественно, мы можем просто мазать руки кремом перед тем, как одеть перчатки и помыть посуду или помыть полы. Но мы можем добавить туда несколько элементов профессионального ухода. Для этого нам понадобится, например, скраб энергии обновления, который имеет очень мягкий, натуральный, не портящий окружающую среду абразив. Это мелко отшлифованные кусочки пемзы. И нанести этот скраб на тыльную поверхность ладони. Вот, мы можем при этом опять-таки помассажировать наши руки, продренажить, они тоже хотят какого-то ухода. Вот, и после того, как мы это заканчиваем, учитывая то, что этот скраб не имеет ничего в составе, что нам обязательно нужно было смывать, а перед этим мы, естественно, руки тщательно вымыли, мы берем и просто стряхиваем абразив после того, как мы отскрабировали поверхность кожи. При этом кожа становится уже мягкой и гладкой. Не забываем про вот эти места, где у нас кутикула. Вот, дальше мы что делаем? Мы наносим чистый ланолин, немножечко его выдавливаем и наносим на кутикулу. Чистый ланолин очень хорошо восстанавливает кутикулу и, кстати, кожу губ. Втираем. Когда мы хотим сделать такой уход, нам не нужно сильно экономить средства, мы наносим достаточно щедро. После этого мы берем любой самый-самый жирный, самый питательный крем, который у вас есть. Я в данном случае устрою своим рукам VIP-уход. Возьму крем для лица из серии Anti-Age, питательный массажный крем с апельсин с чудесным запахом сладкого апельсина. И нанесу достаточно много тоже на кожу. После этого я вмассирую крем. Тоже можно сопроводить какими-то определенными массажными движениями. То же самое я проделаю, конечно же, со второй рукой. И даже когда он еще не совсем впитался, я надеваю, что там моя левая перчатка, хозяйственную перчатку, ну или обычную резиновую, такой их сейчас дефицит. Вот, и дальше я могу приступить к домашней работе. После того, как я ее закончу, а это может продлиться и 15 минут, и 30 минут, и иной раз даже больше, я сниму перчатку. И получу ухоженную кожу рук, напитанную, увлажненную, с мягкой кутикулой. И вот и результат. Советую вам делать то же самое, а если нет времени на такой интенсивный уход, который можно делать, допустим, раз в неделю, то не забывайте просто наносить питательный крем всякий раз, когда вы моете руки, и особенно, когда вы планируете надеть перчатки. Надеюсь, мои советы вам пригодятся. Всего вам доброго!